Всем привет, друзья, меня зовут Арсений, вы на канале Разное. Сегодня у нас игра под названием The Chose of Life Middle Ages. Короче, это игра про то, как мы будем, получается, выбирать жизнь в Средневековье. Переводится игра как «Выбор жизни в Средневековье», как-то так. Короче, хочу поблагодарить Сашу Селезнёва. Санёк, спасибо тебе большое, что ты мне предложил эту игру, потому что, ну, я бы сам не поиграл бы в неё без своей помощи. Все, спасибо большое, то что ты мне там столько этих игр накидал, я тебе говорю там в Дискорде к мне. Все, спасибо тебе большое. Ну, сегодня мы начинаем выбирать жизнь и, получается, вершить судьбу кого-то. Игра на русском — это очень хорошо. Однажды в далеком-далеком королевстве немолодая христианка работала в поле. Оказалась она в земле, пока не нашла сосуд, украшенный письменами. Суд околдовал ее красотой. Любовалась на него крестьянка, крутила в руках и да и разбила. Блять, криворукая сука. Вскоре родились вы. Подожди, а... Это типа она разбила, и мы типа из него как дух вылезли или как? Сука. Нет, у меня вопрос. Вы родились в средневековье, в семье крестьянина. У вас 11 братьев и сестер. Как привлечь к себе внимание? Ну смотри, если у нас цель привлечь внимание, то мне кажется, нужно плакать. Мама взяла вас на руки и покормила груди. Нормально. Год выдался плохим на урожай. Детям детям достается очень мало еды. Съесть только свою порцию, подраться с братом за еду. Ну, мне кажется, давай только свою порцию сожрём, типа, зачем драться с братом? Мне кажется, вот судя по этой порции, мне хватит. Мне реально хватит. Типа, хлеб, лук, что-то, пюрешка, что ли? Каша какая-то. Ну, да, я просто так. Вам не хватило пищи для разведения. Просто, ну, не хотел драться. А, вот сердце. Просто не хотел драться. Ну, ладно. Ночью проснулись от шуршания за окном. Внезапно в окно проснулась морщинистая рука, дала и стала щупать кровать. Молиться и держаться за страх в руку, а в уголку спрятаться. А, спрячемся, наверное. Хотя, да, молиться будем. Вы стали оглядываться в темноту и поняли, что всего лишь тень дерева. А сколько нам лет? У меня вопрос, что мы тень с деревом перепутать с каким-то, не знаю, чертом. Ну ладно. Вы подросли, и вас отправили работать в поле вместе с другими детьми. Это работа, одна или вторая. Давай за работу возьмемся. Будем. Ой. Вы работали такой серно, что сломали плуг. Отец в ярости, он бьет вас такой серно, что утеряет сознание. Нихуя себе. Вот и все, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на Телеграм. Сука. Голос. Живая душа, впервые за столько лет. Где я? Мы в лимбе, это между раем и адом. Голос. А знаешь, я могу вернуться в жизнь, если ты мне поможешь. Давай вернем в жизнь, давай. Хорошо. Только тогда ты должен помочь мне. Давай. Мое тело — сокровище короля, помоги мне обрести его, когда вернешься в жизни. Нужно, короче, в сокровище короля твое тело выкрасть, я понял. Давай. Дух ведет вас на свет. Окей. Ну давай будем... Подожди, что это? Тут даже карта, нихуя. Это, короче, на прохождение игра точно. Ну давай. Неизвестно, что такое. Титул. А, титулы. Какие-то титулы. Это настройки. Ну давай, наверное, будем. Ползти. А смотри, тут другой вопрос, смотри. Там было привлечь внимание, тут уже ненадолго ли это? Мне кажется, ненадолго. Давай ползти. А вы наползли на печь и коснулись рукой трубы. Теперь ее украшает ожог в форме перевернутой восьмерки. Бля, прикольно, слушай. Такой шрам на всю жизнь. Прикольно, перевернутая восьмерка. Окей. Вы хотели хотите ползть по дому и пробовать все на вкус. Но люди бы не обращают нас внимания, не смотрели. Не, давай лучше будем сидеть в углу, потому что, мне кажется, если не будут обращать внимание, то мы что-то сожрать и подохнем нахуй от этого. Давай лучше посидим. Вы отсидели в углу и не узнали еще. Ну дай хуй с ним. Не узнаю куда-нибудь. Вы задумываетесь о своем будущем. Пришла пора чему-то научиться. Давай, наверное, учимся ходить. Хотя. Вот что важнее, говорить или ходить? Мне кажется, говорить. Мне кажется, говорить будет важнее. Вы залепетали среди ночи и напугали суеверных родителей. Все же в печку отправят, блядь. Черт вселился, нас точно, я этому уверен. Вы слышите, как произносит неприличное слово. Давай не будем. А то пиздец тут. Нет, лучше не будем. Ваши родители не поняли, что вы сказали, но признали ваш талант. Нормас.
Вы подросли, а вы уже играете с ребятами на улице. Играть в прятки, играть в салки. Ну давай салки, наверное. Подожди, прятки это прятаться, а салки это догонять кто-то другие. Ну давай салки. Блять. Вы постоянно вы. Осень никого-нибудь поймет, за это дети решили вас побить. Да, вообще, какие жестокие дети, слушай. Жестокие дети в средневековье. Отец поймал и справил работать в поле. Но пахать всем страшно лень. Дернуть наконец-то. Мне кажется, всем коня дернуть закончится. Ну тогда плюху дашь, мы подохнем сразу. Не, давай лучше брать плугом будем. Вы пахали весь день. Перспектива работы, так всю жизнь вам не понравилась. Перспектива работы, так всю жизнь вам не понравилась. Работа в поле, вас это... Вы натыкаетесь на подростка, спрятавшегося в кустах. Узнать, кто это? Ну, я знаю, кто это. Работа в поле... А, предмет пол... Нихуя себе монету дал! Босой подросток протягивает там монету и просит не выдавать его. Ваша ленивая скотина зашла в поле, принадлежащее графу. Бля, граф, если он узнал... Давай лучше... Нас бы граф, не знаю, убил его после этого, что... Какая-то кобыла зашла в его поле. Да мне кажется, блин, повесил на нас, ладно. Волыни, хоть послушай, вернулся, помяв вас при этом. Зато вы не потревожили графа. Блять, одно сердце, но это минус. Граф призвал вашего отца в поход на несколько лет. Без него хозяйство пришел в упадок, платить образ. Сейчас по деревне текут глаза, блядь. Да, блин, наверное, что по деревне, потому что он когда-то бич. Куда глаза глядят, мне кажется, тоже, потому что могут нас, не знаю, там что-то обокрасть, допустим, убить. Ну, да, блядь, я не знаю, слушай. Давай по деревне погуляем. Вы ничего не делаете, еще не происходит. Удивительно. Не всегда. В деревне проходит ярмарка, и вы решили посетить ее. Спокойно все смотреть, пуститься в фляс. Давай, наверное, смотрим просто. О, спасибо! Вы послушали, кого? Министреля и от души посмеялись над скахом, блять, скохом урохом. Два сердца, прикол, на сердце дали. Вы дошли до старого трактира, внутри грязные, и откуда это, из полусимы на вас вопросительно смотрит кто, блять, трактирщик. Заказать похлебку, спросить, давай на подработку, он же деньги зарабатывает, ну. Трактирщик позвал за собой, вам предстоит средневековое собеседование, давай. Трактирщик указал на огромный грязный котел посреди кухни. Его надо отмыть. Надо воды помолиться. Все равно драть котел. Ну, мне кажется, в таком случае, мне кажется, ну, давайте будем честны. Мне кажется, если молиться, то ничего не произойдет. Непонятно то, что... Ну, мне кажется, если реально, то, типа, просто налить воду и молиться, не произойдет. Надо... Подлежу в кровь. Блять, какие-то тут тупые ходы, потому что... Вот вроде логичный ответ, а, блять, подвох есть. Нужно выбирать самые тупые просто, самые максимально идиотские варианты. Вот все, понял это. Кто с вами, блять, ты все спим, что ли, блять? Давай драть котер похуже, смотрим руки, все. Играть стал ходить, трактирщику понравилось, чистый котел. И он взял вас на работу, нормально, на работу дел. А где собралось много посетителей? Внезапно вас подозвал таинственный незнакомец. Подойти, делать что ничего не изменит. Да, подойдем. Ух, у нас одна жизнь осталась. Мы подошли к столу, где сидел незнакомец. Его лицо частично прикрывал капюшон. Он предложил присесть. Давай. А, наемник. Значит так, приятель. Я смотрю, ты мол, а ты сила у тебя как раз. Есть работа от тебя, работка. Ты в деле. Так почему у нас же есть работа? Давай, не-не-не. Типа скажет то, что... Нахуй с тобой, это убьет нас. Типа скажет, ну и хер с тобой. На, спросим, что за дело. Не вы пытаетесь разузнать, что за дело, и правильно делаете. Местные жители жалуются на странные звуки из пещер неподалеку. Меня наняли, чтобы разобраться по одному, и одному идти опасно. Мне нужно оружие. Мне реально нужно оружие. Конечно, мне есть кое-что. Лутнюля. Да, лутнюля, самый тупорылый вариант. Теперь вы точно не умрете от скуки, даже если ударит... Да, да и если ударить такой, то мало не покажется. Вы выдвинулись из трактира и пошли через лес. Вскоре вы были у пещеры. Да, я план обсудим, наверное. Наемник пошел первым и едва успел увернуться от огненного шара, улетевшего в него. У вас появилось время, а вы выбежали в пещеру. Перед вами стоял колдун и шептал заклинания. Давай. Самый тупый просто выбираем.
Удивительно, но это сработало. Блять, ну конечно, ну странно, эту порту надо убирать. Удивительно, но это сработало. Колдун лежит оглушенный, и на людне поиграть уже не получится. Ну, какой стоит людям. В пещере стоит алхимический стол и карта деревни. Похоже, колдун искал что-то в вашей окрестности. Да, награду будем получить, похуй. Вы решили ничего не смотреть, а быстро сообщили селянам, что их проблема решена. Селяне обрадовались спину колдуна, они еще одна грязи наемника, а не пора бы узнать его имя. Давай все-таки не будем это... Давай все-таки будем честным. Примет получен таинственный гриб. Это диковинный гриб и говорит, что это есть наша награда. Но на этом мы разошлись. Так, пойти. Проходя по лесу, увидели раненого крестьянина. Давай поможем. Я поможу, хотя спросим, что такое. Неподалеку был волк, которого вы спугнули. Крестьянин отблагодарил вас, но это ему было нечего. Ты помнишь, что на договоре? Да, их спросим попасть. Для начала попади в город, король живет там, в своем замке. Все, понял. Вошли в ученики в кузницу. Она согласилась взять вас и провести его испытания. Давай теорию сначала. Сначала нужно теорию, потом практику делать, реально. Конец задам вопрос. Куда? Когда уже ковать железо? Когда оно горячее? Это я уже знаю. А какая температура по линии железа? А вот, блядь, смотри, мы в средневековье же, да? Типа, смотри, мне кажется, они не открыли еще эту температуру. Блядь, слушай. Ну, в средневековье, мне кажется, еще не открыли температуру плавления железа. Типа как? Типа на ощупь, что ли, нет? Давай, скажем так. Верно, конечно. А теперь теперь вопрос по истории. Кто из древних богов был кузнецом? Вот я не знаю. Гефест или Дионис? Давай углас. Хотя... Вот давай по логике. Смотри, у Диониса вот здесь, видишь, какие-то вот эти вот, венок. И мне кажется, что он, человек с венком, вот будем судить по его, будем судить по его виду. Мне кажется, человек с венком, он не может быть кузнецом. Это как-то странно, то что с венком в кузнеце такой работе, вот херачит металл. Потому что мне кажется, он Гефест, я не знаю. Ха-ха, верно, блядь, я же говорю, это логика, блядь. Что получится, это кузнецное дело, Кузнец взял вас в подмастерье. Оказалось, что другие кандидаты вообще никуда не годились. На карту следующая глава. Давай на карту пойдем. Так, это город. Да, в путь наверх пойдем. Три жизни на Наталье. Есть, остановились. Вы отработали кузнеца уже год. И за это время много научились. Давай не будем брать серьезный заказ, а то мне кажется, если мы возьмем серьезный заказ, то мы можем облажаться и, блядь, все. Нас убьют. Четыре сердца! В этот работы. Ага. Несколько дней вы просто лежали в кровати, и это пошло на пользу. Вы обедали в трактире, а когда внутрь зашел седой воин с двумя мечами за спиной. Местным крестьянам он не понравился. Давай будем дальше вратить не внимание. Вы увидели вспышки огня и сверкающий меч. А один из крестьян приземлился прямо к вам на стол. Так, рыцарь заказал полуторный обед. Почему? Какой обед? Почему мне показалось, что... Ладно, рыцарь заказал полуторный меч. Блять, полуторный обед. Кузнец поручил это дело вам. Давай подготовимся. Вы долго расспрашивали кузнеца, просите на веревке. Все, что вы запомнили, это равномерное сечение и резкая закалка. Итак, вы разогрели заготовку, будем формировать клинок. Я на ютубе там в шортах мне попадался, типа, видео, где там херачи, типа, в кузнице работают, и я более-менее что-то знаю. Проковать вдоль протяженности, пропустите. Если просучивать вдоль по краям, то это хуйня получится, надо вот так вот делать, чтобы, типа, плоский был меч, плоский. А то это круг получится, реально. Я более-менее знаю, типа, как это делать. При этом получили равномерный ног, вы получили лезвие равномерное сечение. Надо по чуть-чуть, мне кажется. Хотя подожди. Вот, мне кажется, если опустить его прям быстро, то мне кажется, какие-то трещины будет, такая хуйня. Наверное, нужно по чуть-чуть спускать. Пришло время заклить клинок в воде. Бля, давай, наверное, будем по чуть-чуть опускать. Потому что мне. А, да? Если типа вот так вот. Угу, и напускали клинок в воду, и в это время он. Сейчас скажу. А, да, он получает. Все, я понял. Просто не особо помнил, как это делают там они.
Окей. Вы завернулись в шедевр в ткани, то лучше... Давай, блядь, переделаем, мне кажется, лучше переделать. Конец похвалила за честность, правда, меч пришлось поприковать. Вы остались без оплаты. Похуй, нормально. Дело в кузнице идут на лад. Вам поступил заказ на оружие и доспехи. Подковы, инструменты пришлось даже нанять щитовода. Дай поработаю, хотя в город, мне кажется, опасно будет идти. Да ладно, поработаем давай. Вы работаете еще больше с энтузиазмом. Я на самом деле очень люблю работать, на самом деле. Я трудолюбие, любое дело люблю прям до конца делать. Вы брели по деревне, как вдруг кто-нибудь незнакомец. Да, остановимся, хотя бы выясним, что. Незнакомец спросил, как пройти до трактира. Пока вы были в деревне, в кузне начался пожар. Кажется, кузнец еще внутри. Бля, если мы позовем на помощь, мне кажется... Ну, смотри, мы бежим, да? Потом выйдем, все подумают, что это мы подошли. Давай, блядь, ну... Вот это, смотри, это сложный выбор, смотри. Вот просто я не особо знаю, как думают люди в Средневековье, типа, как бы думали в Средневековье. Но мне кажется, было бы логичнее позвать на помощь. Наверное, на помощь. Пожар потушили, и кузнец не позвал. Ну, кузнеца не было спасти. Блядь. Ну, ладно. Ночью вам объявился призрак кузнеца. Да, выпрыгнуть в окно, блядь. Дрожа от страха, он спросил. Дрожа от страха, вы спросили, чего хоть призрак? Призрак молчал, но через мгновение поплыл к груди вещей кузнеца. Давай спросим еще. Лицо призрака исказило злой гримасой, и кажется, он хочет, чтобы вы подошли. Давай. Вы обыскали вещи кузнеца, и среди них было письмо с завещанием. Призрак обратительно кивнул. Ну, блядь, смеясь тут даже... А, свали... Схватить мех? Не, нахуй, давай найти адресата. Обещали призраку найти адресата, ну давай. Распределим место, кто нашли адресата. Дай письмо передадим. Вы передали письмо и вернулись в кузницу. Потому что, ну читать это все, зачем? Отдадим и без лишних вопросов, все, хватит. Следующую ночь призрак вернулся. Вы сообщили ему, что выполнили поручение. Да, ничего не просить, потому что нагло будет, я этому уверен. Призрак поплыл к своему столу, а затем исчез. Его дух теперь спокоен. Все, нормально. Потому что вот эта вот жадность, она загубит, реально. Вы осмотрели слух кузнеца и нашли пропуск в город. Ну, это пропуск кузнеца, мне кажется, фото еще не делали. Фото не делали, да? Ну, удостоверения какие-то, мне кажется, уже были точно. Остаться на ночь. Давай уйти из кузни. Лучше уйти. Ладно, лучше уйти. На следующий день мы отправились к городским воротам. Предъявим пропуск. Давай предъявим пропуск. Стража молча постреляла на бумажку и дала вам пройти. Вот так просто. На карту. Какая следующая глава, блядь? Давай в путь. Все. Вы оказались перед... А чё у нас жизнь-то убавилась, я не понял. Ну ладно. Мы оказались посреди торговой площади. Горожане снуют туда-сюда, а торговцы соревнуются, кто громче позовет посетителей. А давай смотримся лучше. Вы никогда не видели столько людей, вы даже придумали новое слово, столпотворение. И к вам подошли трезвых стражников. Говорят, что видели вас впервые и требуют денег, чтобы вас не определили. Спросим. Королю, стражники долго хохотали, брызгая слюной, и вам пришлось идти. А вы видите, как горожанин теряет увесистый... Кого, блять? А как кошек, кошелек? Давай вернем. Горожанин поразила ваша честность, и он гасил вас медовухой. Ой, бля, спасибо за медовуху, кстати. 4 сердца. Наступает ночь, нужно сказать для ночлега. Будем искать ночлег. Вы искали ночлег, но вскоре дома были закрыты. Вскоре стемнело окончательно. Проходя по безлюдной улице, вы услышали писклявый голос из темного угла. Давай откликнем. Вы закричали на всю улицу сверху. Сверху в вас полетел камень. Да. Вам показалось, что в углу сидела крыса, и она разговаривала. Крыса, ищешь? Ночлег, путник. Иди за мной. Давай куда идти? Крыса. А, крыс. А, это крыс. В ночлег, куда идти же еще? А куда же еще? Вы последовали за чудной крысой. Вскоре вы оказались у заколоченного дома. На двери была надпись, но читать вы не умеете. Бля. Подожди, я ж... А, мы говорить учились, мне не читать. Ну смотри, залезь внутрь, да?
Вот, мне кажется, крыса нас обманет. Типа мы залезем внутрь, не знаю, кому-то, не знаю, боярину, кому-то графу, нас потом забьет за это, убьет. Не, где мы? Мы дом забросили во время чумы, но он же безопасен. Не, не нахуй, зачем? Не. Да, ладно, мы вошли, похуй. А, вы внутри скудно... Вы внутри скудно обставленного домишки. А изубранство. Здесь только охапка соломы на полу, на полу и пара лавок. Ладно, хоть. Ой. Без лишних вопросов вы развалились на соломе и уснули. Ты попал в город. Ты достоин похвалы. Осталось только попасть в замок. Ты найдешь мое тело и выполнишь уговор. Это дело, давай спросим. Знатным горожанам разрешено посещать замок. Попробуй биться в люди. Давай. Будем эволюционировать. На следующий день говорящая крыса просит о помощи. Да, выслушаем его. Вы согласились помочь. Ну-ка. Хочу снова стать человеком. У алхимика должно быть зелье, которое вернет мне прежний облик. Ну, что произошло? Жена моя подлила мне зелье в еду. Я стал таким, каким стал. Вы пришли к дому. Давай постучим. Вы постучали в дверь и почти сразу вам открыли. Открыл ворчливый старик. Такие, сука, слова произнести сложно мне их. Вы спросили про оборотное зелье, на что алхимик ответил, что зелье он не торгует. У меня кое-что есть. Давай с тобой такой, блядь. Вы покопались в кармане, но там было пусто. Алхимик закрыл дверь перед вами. Ну ладно, хоть не сбил. Мы стали ждать за кустами. Вскоре алхимик вышел, прихватив с собой лопату. Дверь была заперта, чего вы ожидали от меня? Взять синее, блядь. А подожди, оборотное зелье. В Гарри Поттере какого цвета он был, я не помню. Вроде черного. Вы там какую-то блевоту мешали там в туалете, и вроде вот это черное зелье. Да, черное попробуем взять. Блять. Дали черное зелье грызу, и он вырос размер своего пистолета. Блять, ну ладно, вот синий, блядь. Ну ладно. Синий точно. Блять, давай зелье. Какое зелье было в Гарри Поттере? Я не помню, там оборотное зелье какое было. Может такая логика, не знаю. Мы сейчас подохнем из этой, блядь, переборок нахуй. Что-то выбирать, перебирать, блядь, да, зеленая похуй. Да, блядь, конечно. Ну давай. Он меня убьет, честно. Ну давай, блин, здесь прозрачное. О, предмет лучше, сразу лука. Выкрали на зелье на крысу, и он зарыдал. Готовь это зелье себе. Если мы... Да, хуй с ним, давай. Вы уменьшили за размеры жуками, проползли под дверью. Вскоре ваш облик вернулся. Нормально. Потому что если бы мы вылезли в окно, то, мне кажется, люди могли бы увидеть. Ну, так просто логика в этой игре тупая. Мне кажется, люди бы увидели, что мы какой-то вор вылезли из окна. Не, хуйня. Вам удалось убежать, но крыса вы больше не видели. Ну, и хуй с ним. Давай отправимся со города, допустим. Вы отправились взглянуть на неизведанную часть города. Там бежала собака странного вида и начала кусать его за ногу. Сука, вот если будем отбивать, мне кажется, люди подбегут, нас самих и побьют. Ну, я похвалю. Вы взяли вид, что мне больно, и вы высвободили ободранную ногу. Вас заметил хозяин театра, он отмечает вашу харизму и фактурность. И предлагает участвовать в представлении. Ну давай, согласимся, окей. Мы так заработаем себе, смотри, мы заработаем себе такой, знаешь, типа авторитет, типа вот мы выступим, да, нас будут узнавать, и может, знаешь, как-то что-то такое произойдет, ладно. Хороший шанс. Да, естественно, хороший шанс. Вы выдвигались на одну из главных ролей. Бля, давай. Давай, наверное, героя. Черта, блядь, выбирай. Вам дали секс. Да, будем учить. Сегодня день премьеры, на представление прибыл сам король. Не пуха... Да, даже если облажаемся, то размешим всех. Даже если вы приделись костюм героя, готовы произвести впечатление. Смотри, даже если мы облажаемся, да, то все равно нас запомнят люди. Давай, импровизировать. Вы скажете розу, пора зайти. Вот, мы все развесели бы их, блядь. Мы, короче, стендапером будем в этом, в средневековье. Настал драматичный момент. Давай, блядь, остыть. Ох, не важно. Вы произнесли фразу, которая просто стала крыла. Даже говорю, сейчас нас люди запомнят, это будет популярно, короче, вообще. Вы забыли текст. Давай рассказать шутку. Вы сочинили шутку про короля его с...
Ну нахуя про короля-то? Блядь, ты придурок, нахуй, нахуй, нахера про короля что-то, блядь, шутить? Ну ты, блядь, ну все, тебе пиздец. Тебя, блядь, эту, в темницу, нахуй, сразу. Песня закончилась, зрители рукоплещут, все актеры вышли на сцену. Давай поклонимся. Вы спокойно поклонились и задумались о большой карьере. Не, нахуй эту карьеру. Вам какое, блять, после представления к вам пожаловал конец от короля. А, конец короля. Король желает видеть вас придворным шутом. Давай, давай. Все, ребята, надо закончить, у нас 25 минут уже. Все, подписывайся на телеграм. Там ликую, после новостей, просто здесь с друзьями. Всем хорошего дня и вечера ночи, ребят. Всем пока.